Вот, там дезинфектант включил. Да, да, да. Все, сейчас лица твоего видно не будет. Уже. Давай сначала лицо. Есть, есть лицо, есть. Вот, смотрите, налили масло на руки, да, чтобы не капать, аккуратненько его переливаем друг другом. И потом таким захватом, раз, вокруг локтя, чтобы с локтя тоже у нас ничего не сливалось. Ни на собственную одежду, ни на тело человека, ни на ковролин, там, ни на что-то еще. Это неприятно, это лишняя грязь. Она потом засыхает, и вы не представляете, сколько к этому прилипает различных микробов. Поэтому старайтесь аккуратно расходовать масло, не только из-за экономии, а и чтобы профессионально, чтобы ваш подход был просто профессиональным. Значит, закончили технику рубанка, да? И дальше продолжаем то же самое делать двумя руками. Сразу она подключается, вторая рука. И видите, наша масляная вот это вот предплечье снова растягивает масло по телу. Снова мы мягко его вот так вот как бы размазываем, втираем. Переходим немножко пожестче. Добавляем непосредственно локоть, да, можем пройтись вот сюда. Опять же, видите, вибрацию включил продольную. Проходим вот сюда, под мышками, одной рукой и второй рукой. Я тут маневрирую, я могу их разделять, могу совмещать друг с другом, да? Заметили? Вот я их могу вместе, да? Могу по отдельности. Вот. Такие несколько хаотичные движения закончили. И далее, смотрите, далее мы начинаем разогревающую технику, особенно если вы до этого, может быть, разогрев сделали слабый. Сейчас повторим. Или у вас одна планка остыла, а вы перешли к другой. Разогреваем продольными движениями. Опять же, смотрите на мой весь корпус. У меня работает весь корпус. Можно движение делать с подкручиванием. Видите, как я кручу? Это взято из ротационной техники. Ротационная английская такая методика есть, когда вот вы сжимаете кулачок и как бы вот так вот его прокатываете. Опять же, снизу вверх. Или весь локоть вот так же прокатываете. Достаточно одновременно и жестко, и мягко воздействие получается. И сбоку. И также можно вот косточки вот эти вот. Теперь вот этими косточками прокатываете, да? Вот так вот. Татьяна, не больно? Нет. Вот так мягче, да? Да. Вот так вот достаточно мягко. Чтобы не тратить время на вот эти вот ротации всякие, да? Роллинг у меня техника, роллинг. Не ротационная, а роллинг техника. У вас рука превращается в ролл такой. Я его добавил, это движение, в тангенциальную вот эту вот. Перпендикулярная оси позвоночника, да? То есть мы и разогреваем вот так. Помните, как мы начинали разогревать с ладоней? Да. Чем ближе ладонь, тем теплее. Теперь то же самое делаем локтями. А теперь то же самое делаем с поворотами. Вот такие. Особенно это приятно вот на шее. И мы успеваем захватить вот эту вот трапециевидную мышцу. Видите, я как бы вхожу в нее, а потом под нее. В нее, под нее. Вот такое движение. Далее мы растягиваем опять мышцы межсегментные позвоночника. Делая лодочку вот такую, как бы внедряемся в мышцы и растягиваем. За счет того, что у нас получается клин. Клин вот такой, да? Мы как бы внедряемся в мышцы и растягиваем их. Приятное движение. Приятное, да? Да, мне нравится. Внедряемся и растягиваем. Внедряемся и растягиваем. Вот. Есть такое движение еще, месить тесто. Подожди, девочка, сейчас мы берем и вот как тесто месят, да? Готовители пиццы там или которые пирожки, или, помните? Сжали, разжали, сжали, разжали. Вот. Опять же, это все касается разминки. Немножко у нас отход назад, да, потому что мы еще должны были делать до того, как локтями. Локтями это жесткая техника, она остается напоследок. Те же самые вот скручивания, вот такие. Берем мышечную массу, да, и начинаем эти мышцы как бы друг от друга крутить, растягиваем их.
Понимаете, сама мышца, вот этот валик, мы как бы растягиваем в эту и в эту сторону. И то же самое мы растягиваем вот таким способом, клиновидным. И то же самое можно сделать мягко вот с этой мышцей. Большой, видите, она как по-моему, змейка. По-моему, у меня уже мышцы хорошо расслабили и расслабили. Да, хорошо? Да. Ну, нет, сейчас мучимся. Я не против. Вот смотрите, что мы делаем. Сейчас. У нас позвоночник здоровый, когда он гибкий, как змея. Вот если мы берем вот этот мышечный валик, да, мы его должны вот так вот мы его проходим, понимаете? Когда мы делали пальцами, вот так вот, мы тоже подбивали вот эти позвонки, как бы их выравнивали, их ротацию, чтобы они восстанавливались, да? Когда мы берем захват, например, вот здесь вот, да, вот этими пальцами, или вот здесь мы его берем, да? Мы также берем вот это вот мышечные волокна и начинаем их, понимаете, друг относительно друга. Растрясли. Это такую змею специально купил. Очень уникальный демонстрационный материал, сделанный из него костик. Вот. Далее смотрите, когда мы это все растянули, запоминаете? Мы начинаем внедрять наши локти. По локоть, короче, прямо вот сюда. И всей массой тела растягиваем даме позвоночник. Вот, условно говоря, мы тоже делим его на 4 сегмента. Раз, два, три, там, четыре. Потом делим на 3 сегмента я делю. Потом на 2 сегмента. Раз, два. Потом на 1 сегмент. Получается, я движение делаю. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два, три. Не надо тут долго ничего тянуть. Просто взяли и сделали. Раз, два. Она уже хорошо согревается. Она, это уже глубокая проработка. Теперь один раз. Один раз я сделал на все тело, да? Причем видите, как мое тело ходит? Я внедряю всем телом, всем корпусом. Используя свое тело. И также выхожу из него за счет силы ног. Видите, я присел в ногах. Потом я встал. Не отрывая рук, продолжаем действовать дальше. Внедряемся. Опять же, раньше мы внедрялись одним локтем, да? В расстояние между подвздошной косточкой и началом позвоночника. Теперь мы внедряемся двумя руками сюда и делаем вибрационную технику вот такую. Татьяна ее показывала, но смысл в том, что, смотрите, подожди, дай-ка змею. Наш позвоночник, да, также вот состоит из таких сочленений, как у данной змеи. Но если мы его раскачиваем вот так вот, это практически бессмысленно. Его надо раскачивать в противофазе. Вот видите, тогда он начинает выравниваться. Понимаете, вот он скручивается. За счет вот этих скручивающих движений, эти вот микроротации остистых позвонков, они выпрямляются. Понимаете, для чего? Поэтому вам надо потренироваться. Попробуйте в противофазе шевелить. Смотрите на меня и пробуйте. Сначала мы делали вот так вот, когда разогревали. Локтями. Работаем локтями. Попробуй локтями. Вверх-вниз. Локтями параллельно. Получается? Вот, давай. Параллельно делаем. Смотри, у меня параллельно ходит? Да. Вот. Не надо вот так вот сходить в сторону. Это не то, неправильно. Теперь мы разводим. Татьяна, тоже можно посмотреть. То, что ты показывал, да, вот эту вот вибрацию ты так делаешь. Ну, для тебя я покажу со змеей. Смотри, что получалось. Видно? Да. Слышишь, это наш позвоночник. Когда ты делаешь вот так, вот так и ходим прямо. А когда мы делаем в противофазе, у нас получается вот эти все ротационные моменты друг с другом, друг между другом, они чик-чик-чик-чик-чик-чик и встают на место. Теперь потренируйтесь на воздухе это сделать. Разводим в сторону вот так вот. В противофазе, да? Ну вот так вот, как обычно некоторые начинают делать. Это неправильно. В сторону шире. И разводим вот так вот в сторону. Чувствуешь? А теперь делаем то же самое на теле нашей Дездемоны. Да. Готово? Да. Но делаем не от центра, опять же. Потому что у нас здесь пошло на растяжение, а тут опять компрессия.
Нам надо желательно, я вам показывал, да, начинать декомпрессию всего позвоночника. Поскольку крестец – это слипшиеся пять позвонков, с ними мы ничего не сможем сделать, то тогда мы от крестца идем вверх. Вот. Можно, конечно, это сразу посередине делать. Видите противофазу? Вообще, тоже как диагностика, очень легко проверяется позвоночник, если он как гибкий, он должен быть как у змеи. Вот мы задаем вращение. Вот видите, ноги вращаются. Смотри, видишь, она вот сюда идет нога. В противофазе. Сама. Вот крестца. Значит, там расслаблено. Значит, там нет напряжений. А вот здесь есть. Вот смотри, вот до сюда движения нет. Вот эта часть закрепощена. А, да, мне так здесь, тянет. Здесь проверим. Смотри, вот тут ниже есть. Верхняя закрепощена. Снизу есть. Видишь движение? Видишь, в противофазе он сам начинает руками ходить. Смотри, я сюда иду, он обратно. Я сюда, он обратно. Вот волна пошла по всему телу, видишь? Угу. Вот так вот мы диагностируем, где идет зажим. Значит, у меня зажимы вниз. Фу, наоборот. Отсюда верхний. Сейчас уже запутался. Короче, на позвоночнике мышцы идут как снизу вверх, так и сверху вниз. Они там все вот так вот переплетаются, да? Значит, в одну сторону у нее зажимы больше идут, снизу вверх. Видели, он не шел позвоночник, вот смотрите. Видите? В одной фазе крутится, а там в противофазе. Понимаете или нет, о чем я говорю? А должен крутиться вот так вот. Вот так вот. А когда я здесь кручу, смотрите, в противофазе идет. Видите? Попа сюда пошла, спина сюда. Попа сюда, спина сюда. Так что мне делать с этой частью? Тебе сейчас ничего не надо делать. Раскрепощаем, да. Значит, мы раскрепощаем вот такими движениями. Во-первых, еще раз повторяю, вот так вы сейчас делаете. Почему идет вверх зажима больше, чем вниз? Это опять же говорит о том, что человек ходит прямоходящий, да? У него и так компрессия сжала вот эти мышцы, вот так вот, так вот, так между каждым сегментом позвоночника, что отсюда не идет сюда волна, а отсюда сюда идет. Соответственно, нижние мышцы расслаблены. А верхние зажаты. Понимаете, да? О чем я говорю? Вот мы ее так растрясли. Можно достаточно энергично. В противофазе, запомнили? И теперь я вхожу сюда и делаю вот такое протягивающее движение по всему позвоночнику. Если у человека в этот момент мешает лопатка, а у некоторых они бывают прям выпирают, то лучше руку спустить. Но я это делаю достаточно сильно. Опять же, от подвздошной кости. Эту руку я практически не веду, а вот это веду сильно, упираю всем корпусом. Вот слушайте. Главное ей не напрягаться, потому что идет мощное растягивание. О, боже. Как бульдозер практически, как каток. Но ты такой есть. Это вообще танк прошелся. Танк прошелся, да? Идет после вот, после вот этой всей нашей подготовки, видите, идет вот такое вот мощнейшее воздействие. Вот, на этом сейчас вот эту тему как бы мы давайте попробуем. Я закончу объяснять. Приступайте. С другой стороны. Да, меняемся. Это было с этой стороны, теперь. Маша, иди с этой стороны, куда ты пошел? Олег. Ладно, Максим же сильнее. Ну ладно. С этой стороны. Ну, пока мы уже паузу примем. Ладно, пару минут.